Ребятки, привет, с вами Варвара Вера. Сегодня я вам расскажу, как быстренько сделать сертификат для своих партнеров. Итак, у нас партнеры закончили бизнес-карт для новичков. Копируем фамилию человека и вот сюда вставляем эту фамилию. Смотрите, если мы просто вставляем, здесь идет без форматирования, нажимаем на этот конвертик и вот на эту буковку нажимаем. Получается форматирование. Если это молодой человек, вот здесь выбираем букву А. У нас девочка, мы ее оставляем. Проверяем фамилию, имя, отчество. Вот здесь меняем дату. Вот. И сохраняем файл. Сохранить как. Указываем место, куда мы хотим сохранять. Выбираем вот здесь презентацию PowerPoint. Обязательно рисунок в формате JPEG. Переименовываем и сохраняем. Нажимаем сохранить. По текущий слайд. Вот так вот легко делаем сертификаты и раздаем нашим партнерам, которые прошли бизнес-карт для новичков. Всем пока-пока.